Ух ты, Даша! Сама научилась раскачиваться. Ты крутая очень, молодец. Ну что, прошло это ощущение? Да? Групповой выгул детей. Ой, у нас опять дома перестройки. Кто отгадает, почему это происходит, тот молодец. Пишите в комментариях. Мы разбираем домик. Не знаю, помада твоя. Мам! Нашлась! О, ура! Всем привет! Как вы поняли, у нас разобрана кровать и у нас переезд. Не знаю, когда выйдет этот влог, я успеваю снимать просто по чуть-чуть совсем, чтобы хотя бы все остальное тоже успевать, дети вон беснуются. Уже сегодня мы будем ночевать в другом месте, и пользуясь минуткой этой, сидя на чемоданах, хочется мне с вами поболтать насчет того, что нужно мечтать, девчонки, мальчишки, все, кто меня смотрит. Я в очередной раз в своей жизни испытываю разрыв шаблона и... Хочется поделиться, во-первых, сказать, что, блин, все возможно, только стараться, и жизнь такая необычная, разная и открытая, что все зависит только от нас, нужно хотеть, брать и делать, и тогда все получится. Вот мы поехали дальше собираться, ну и уже на новом месте, наверное, окажемся, и я кое-что поснимаю. А что нам нужно собрать? Папа, мам, конечно же. Диана хочет прыгнуть через скалу. Да? Даш, куда мы сейчас поедем? Самая высокая гора в мире. Круто. Килиманджаро, наверное, да? Понятно. Расскажи мне, пожалуйста, куда мы сейчас едем? Мы сейчас едем. Стой, не прыгай. Мы сейчас едем. Как там? Там очень красиво. Да? А там же нету в детской ничего. Нет. Понятно. Что-нибудь еще расскажешь? Мама, там кенгуру прям перепрыгнул. Понятно. Валь, ну что, ты готов к марш-броску? Угу. Все? Ты уже просто, я смотрю, взял. Подготовился. Ну все, давай. Кстати, наш серенький котик же потерялся в аэропорту. И представляете, в аэропорту его нашли и вернули нам. Аэропорт этот называется «Дочки-сыночки». Долго мы его искали. Даша сказала, что он очень изменился за то время, пока она его не видела. В общем, она его намочила, помыла, придала ему старый вид. И вроде бы как у них воссоединение прошло успешно. Это была наша любимая игрушка. И как вообще он мог потеряться, конечно, мамочка, это ужас. Мамочка, можешь мне помочь? Могу, давай, послушаем, давай. Вот мы и приехали. Квартира огромная, я наверняка потом покажу когда-нибудь, что в ней есть и сколько в ней всего. Да точно покажу, что я вам говорю, просто сейчас, пока мы переезжаем, наверное, мне будет некогда, нужно разобраться, но просто вид у нас космический. Всем привет! Сейчас наша квартира выглядит как... Просто приходил Антошка... Поиграли мы немножко. Вот эти завалы мне сегодня предстоит разгребать. Я просто в ужасе. Вчерашний день все еще у меня болит спина, я все еще уставшая. Вот пока что мы спим так, 2 дня еще нам осталось. Сегодня нам смонтируют нашу кроватку, которая переехала. И у нас здесь будет детская полноценная. Вы видите, что тут? Сколько тут игрушек полегло. Даш, нравится тут? Или нет? Даже то нравится, то не нравится. Но мне кажется, детство с таким видом... Это что-то прикольное. По крайней мере, мы как червячки такие вылезли. Из-под земли, из нашей однокомнатной в квартире, в которой нет света. И оказались вообще на такой высоте, где летают птички. Очень прикольно. Ла-ла-ла. Как ты ползаешь по полу? Покажешь? Как ты ползаешь?
не покажет, видимо, она очень занята пока что. Наступило доброе утро. Дети проснулись только что. И пока нам собрались на третий домик, наконец-таки. И знаете, что вам я скажу? Вот многие спрашивают, я, короче, ответ на самый популярный вопрос, на первый. Вы снимаете? Нет, мы не снимаем. Дальше мы договорились ничего не рассказывать, меня попросил об этом муж. Поэтому можете не терзать меня вопросами. Второе. Вот, Даша по чуть-чуть болеет. Второе. Типа... как вам переезд, расскажите, как это классно и все остальное. Я вам скажу, что я вот эти 4 дня нормально не ела, не спала, только и делала, что ходила. У меня все болит, поэтому переезд дается тяжело. Все, частично готово. И наконец-то всем привет. Мне кажется, я накрасилась первый раз за последние... наверное, 5 дней. На этом видео, наверное, будет заканчиваться. Я точно обещаю делать влоги чаще, но пока что это было просто невозможно и нереально. Подписывайтесь на канал и пишите ниже вопросы. И ставьте лайк, кому понравился этот ролик. Все, до скорых встреч!